Лето в самом разгаре. Если вы еще не решили, где отдохнуть в эти выходные, смотрите нашу афишу. Мы расскажем о самых интересных мероприятиях, которые пройдут в нашем городе. Каждую неделю любители салонных игр на несколько часов делятся на две противоборствующие команды – мирных жителей и мафиози, и начинается психологическая дуэль. Кто кого быстрее обезвредит? Умеете держать себя в руках и читать собеседника как открытую книгу? Считаете себя мастером интриг и гуру убеждения? В эту субботу в 7 вечера отправляйтесь в молодежный центр и докажите это. Приятно провести время можно и в кино. Запасайтесь билетами, попкорном и вперед на встречу приключения. В кинотеатре России долгожданная премьера для всех поклонников мультфильмов студии Disney «Король Лев». Это история об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Фильм рекомендован к просмотру лицам старше 6 лет. Также на экранах кинотеатра России еще одна премьера – триллер «Солнцестояние». День летнего солнцестояния – древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в 90 лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое. И под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма. Фильм рекомендован к просмотру лицам старше 18 лет. В кинотеатре «Люмен» также можно посмотреть новую версию мультфильма «Король Лев». Здесь же в прокате комедийный боевик «Али рули». Скромный водитель Uber по имени Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении. Фильм рекомендован к просмотру лицам старше 18 лет. Также на экранах кинотеатра «Люмен» боевик Люка Бессона «Анна». Это история Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире. Отдохнуть всей семьей на лавочке в Тихом сквере или с шумной компанией, катаясь на любимых каруселях, можно в парке культуры и отдыха имени Зернова по субботам и воскресеньям с 11 утра до 8 вечера. Хотите просто приятно провести время? Пообедать или поужинать с друзьями и родными? Поиграть в боулинг или бильярд вас ждут в ресторане «Прайм». Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.